специальности, нужной во все времена. Политехнический колледж в Лиде приглашает обучиться профессиям, широко востребованным на производстве и в торговой сфере. Вступительная кампания проходит для выпускников 9 и 11 классов. Цифры приема больше, чем в прошлом году. Это 175 мест. Лидский политехнический колледж пользуется большой популярностью абитуриентов. К нам поступают обучающие не только с Лидского района, но и со всей Гродненской области. Это и Лид, и Новогрудский, Ивевский, Вороновский, Зятловский районы. Работники колледжа и обучающиеся проводят большую профориентационную работу. У нас проходят ярмарки целевой подготовки, дни открытых дверей, профессиональные пробы, встречи с выпускниками и их родителями, выступления агитбригады колледжа. Члены приемной комиссии немаловажную роль проводят в личностном подходе к поступающим. Они проводят консультации, направляют обучающихся на выбор профессии, которая была бы им в дальнейшем по душе и с удовольствием ходили бы на работу. Форма обучения дневная. Учебный процесс полностью оплачивается государством, значит, и тратиться на образование не придется. Те, кто решил освоить рабочую специальность после 9 класса, могут выбрать одну из 10 предложенных профессий. А вот 11-классникам предлагают получить квалификацию штукатура либо станочника деревообрабатывающих станков. Колледж предлагает большое количество специальностей для поступления. Для мальчиков есть токарь, автослесарь, выдувальщик стеклоизделий, станочник широкого профиля. Для девочек официант, продавец, контролер, кассир, швея. Наибольшим спросом пользуется специальность электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и сантехник. Для девочек популярнее официант профессия. Учащиеся колледжа – активные участники профессиональных и творческих конкурсов, молодежных слетов, мероприятий, посвященных праздничным датам и не только. Увлекателен для них и образовательный процесс. Педагогический состав учреждения – 50 человек. Они дают своим подопечным теоретические знания и помогают закрепить их практически. Для этого в колледже работают мастерские и лаборатории. Электромонтажная, токарная, швейная и другие. Всего 15. Мы находимся в мастерской продавцов, контролеров, кассиров. Здесь учащиеся получают азы своей профессии. Обстановка здесь приближена к реальной, как в настоящем магазине. Здесь учащиеся отрабатывают свои навыки. Они осуществляют подготовку товаров к продаже, выкладку товаров и вежливое обслуживание покупателей. Наши мастерские направлены на то, чтобы ребята оттачивали свои профессиональные навыки, которые получают в теории, на практике. Потом, когда они приходят на свои рабочие места, на заводы, чтобы они не растерялись и быстро ориентировались на своем рабочем месте. После окончания учебного заведения выпускникам гарантируют рабочее место. Отрабатывают молодые специалисты не только на предприятиях Лидского района. География распределения охватывает всю страну. В списке и промышленные гиганты. Выпускники колледжа получают первое рабочее место на таких предприятиях, как Минский тракторный завод, Новокрутская фабрика «Белкреда», торговые предприятия города Лиды, «Евроопт», «Алми», «Копеечка». Вступительная кампания в технологическом колледже проходит по 23 августа включительно. Абитуриентов ждут в главном корпусе все дни недели, кроме воскресенья, с 9 утра до 18 вечера. При себе иметь школьный аттестат, справку о здоровье и 4 фотографии на документы.